لأنه الآن لو كان في عمل الدنيا هذا يدخل في التجارة الآن في بيزنس. Например, в каких-то делах, связанных с этой дуней. Например, человек занимается каким-то бизнесом, торговлей. هل يوقف البزنس ويقول أنا محسن؟ То есть он может сказать, что я все оставляю свой бизнес, основной бизнес, и сказать, что он наилучшим образом выполняет свой бизнес? А? لا ما أبدا صح ولا حتى في عمل الدنيا هذا في الطب هذا في هندسة هذا في كذا ما يمكن يوقف لأنه يقول لو وقف يحصل عليه ضرر هذا القديم كله خسارة يكون ما ينفع يقف في نصف الطريق يا شيخ فهمت أي نعم. То есть, например, вот брат врач, другой брат инженер, они, то есть, развивают свою работу, свой бизнес, и на полпути, не завершив его до конца, оставляют. Никто же, говорит, так не поступает. Никто не останавливается на полпути. Все хотят довести свое дело до конца. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة 63 سنة إلى يعني إلى وهو في فراش الموت وهو يدعو إلى الله ويعلم الناس التوحيد وحذر من الشرك صح؟ ما قال خلاص أتقاعد وفي الصحابة وفي كذا رضي الله عليه. Пророк 63 года лежал в постели, то есть в предсмертном состоянии. Занимался дао, призывом, призывал людей к таухиду. Он же не сказал, все, я сколько уже можно, я отдохну, все, на пенсию пойду, вот есть подвижники, пусть теперь они занимаются призывом. لو أننا يعني نكون في الدعوة إلى الله, في التعليم, في الصلاة, في كذا, مثل ما نكون في بزنس, كان خير كبير, صح ولا؟ Если бы мы, говорит, в наших поклонениях, в намазах, в требовании знаний, в призыве к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, вели бы себя так, как ведем в своем бизнесе, то это было бы великое благо.